osobnost? Александр Духович. Но, я, можете си отворити часопис Барвина, който имаете, други сте го това се видели. Также, мы тамаеме о Александре Духовичови из информации, але мы уже такие информации ай знаеме, бо велики дити сте боли де. Дето сме приличали, боли сме в Прияшови, а споени способности о Александра Духновича. Так схвали, кто из вас бы не знал, что помисли дошло о нем? Ноянка? Že narodil se v Topolji a umeje v Prešovi. Tak, narodil se v Topolji, čiže je rodák z našeho blízkoho sela Topolji, jako? Bum greko katolickým kniazom. No, napríklad bum greko katolickým kniazom, dáve. Dramatik, pedagóg. Dramatik, bol pedagóg, spisovateľ, písmenník. Študoval v Užhorodí. Zdravnú je tu čas života prežil v Prešovi. Báseň v Lučani, čo je aj hymna. Áno, v Lučani napísal báseň, čo je aj hymna kohoto. Rusinu, áno. Dále. Šišov noc, pomňaneme si ešte, kde sme to tu v Prešovi boli a čom toho tam boli? Je pomenovaná naša škola. No a je po ňu pomenovaná naša škola. Získali sme čestný názov. A pamätajte si, odkôli toho, nesieme ten názov od septembra toho roku. Má je v Prešovi a je pomenovaná divadlo. Áno, je divadlo Alexandra Duchoviča. No a teďka tam majeme aj tú basničku v Lučani. My sa postupne učíme a už znajeme četyri veršiky. Takže nože, skúsime povisti. Kto neznaje, môže si pomáhať čítať. Hej? Dobre, takže poďme. Я русин был, есть и буду, я родился русином, честный мой род не забуду, остану его сыном. Русин был мой отец, мать, русская вся родина, русины, сестры и брата, и широка дружина. Великий мой род славный, милує современный, духом и силою славный, сил народа приемный. Я спин узрим під Бескидом, перший воздух русский сал, и кормився русским хлібом, Александр Духнович, таку книжечку деку породити. Хто си са здогадати? Перший букварь. Ано, перший букварь написав. А там маємо таку басничку. Басничку стишок з букваря Александра Духновича. Прочитаємо си? Ано. Добрі, але помаленько, добрі. Так, хто нам зачне? Матуш перший? Мамко, мамко, куп мені книжку, тенту, папер і табличку, бо я піду до школи учитися поволі. Даянка, спус. Діти в школі роблять, учать і гардо говорять, знають тонко співати і кожному честь обдати. Енка, покрачуй. Повідаю вже у школі, діти знають добре і добре, і я би хотів знати, як сама справувати. Зуска. Я би вже тобі хотів знати і чесно са справувати. Komi mamko knježenku, chodlom takú malenku. Tam učať sa, jak na svieti, treba mudro, čestno žiti, jak sa treba spravovati, abo vsiahd, šesť, čest distáti. Abo vsiahd, čest distáti. Skúsi nám žiarka širacilú basničku? Nože, skúsi. Mamko, mamko, kúp mi knižku, tento papír i tabličku. Bo ja prídu do školy, učiti sa povoli. Díti v školi sa robiti, učať i hardo hovoriti, znajú tonko spívati i každomu česť odati. Povídajú, že u školi díti znajú dobro i doli, i ja by chodil znati, jak sa mám spravovati. Ja by všetko chodil znati i čestno sa spravovati. Kúp mi, mamko, knižinku, chod len takú, malenku. Tam učať sa, jak na svieti, treba múdro, čestno žiti. Jak sa treba spravovati,
а во всяхто чест ги стати. Буква Л. А буква Л при писање можете да давате позор на шотуна. Аха, че? Ано, хей, не забути на то. Хей, добре, така што буква Л. Дале, покрачуваме Матуш, читај нам. Лен. Дале, Каролина. Лука. Емка. Мала. Мала. Но, то далше слово. Кто прочитај, Матуш? Лито. Лито. А ту е дека хрива се настала. Ножа. Дривотка. Чо, мали пати дривотка? Дривотка. Бо сме то прочитали јак? Меко. Прочитали сме меко, че ту хрва. Она давала Нори мале мъдел. Ко ми е позор? Мъд? Мъдло. Мъдло. Зуска? Верона мала мало... Лену. Знаеме, шо е то Лен? Шо е то Лен? Як би се преложили? Лян. То е Лян. Добри. А тепер да спроси нам, попросите нам да то написати, тото туна. Јанчо, прийдеш? Пойд, пойд спусети. Ето тлачена подобата, спроси живо писано. А кето би мати справни написано и добри написане, потом власне пуйдеме ај до зошита. Велико е Л, мали сме на образку. Позор. Но ту не дадеш хачи, Јанчо. Ние ги бадуме за чат, окей? Можеме. Н. Так. А. Добри. Давала. Давала. Да. Поридеш в. Позор на хачи. Позор, ту не смиш давати Л високо, то не е така еднашо, ей? Давала. Добри, Јанчо, очи Матуш, добри. Појд нам Ника написати. Тркаме, тркаме, позор на тврдни знак. Кому тркаме? Оли ти знаеме кому тркаме? Александр. Александр, Јанчо. Кому тркаеме? Мами, мами. Мами, тркаеме? Так, тркаете, уж мами, тркаете, а да произмеим шо? Тркаме. Але тркаете мами кому? Работитови. Камарату, не? Камарату. Сколужијаком тркаме. Добри, појдме Дана, Јанчо, појд напиш дома. Катка, приједнем се ти Рика, ножа појд катка, си нам то сглазнеме. Рика. Jaká Rika teče čerez našoj selo? Jak se týče? Ulička. Ulička. A še? Še druhu majeme? Z Bučane. Duna. Vojcky Čudo. Jojca. Rika Janko, hej, z Rika. Našoj P. Pozor Janču, M píšeme z dolu. Sto. Ano, to je ten háčik M. Z dolu. Dva kopček. Jojca. Rika I, tatka I. K. No, ale Janče ne napísal doma. Co na, ještě Janče napísal? Inakše slovo, ne? Dáma. Dáma. No, no, víš, Janče tu háčik, ty dal tu dva háčik. Ne, Janče, počkej, počkej, já musím stát. A, třeba tu vůbec začínáme. Tak, a jiba jeden háčik, hej? Tak. Hej. Rika je doma. Daj tam háčik, hej, tak. Rika, dobri, dobri, para da katka, pojď nám dále, kto nám dále príde, Helinka, pojď. Mti, mti. Botka. A Rika, ide, netk. Hej, a katka zabudla botku dáte, Janče pôjde doplniť, kde zabudla, ale. Koľko sme hladí?